Бывшему министру промышленности и энергетики Красноярского края предъявлено обвинение. Денис Пашков обвиняется в хищении бюджетных средств более 29 миллионов рублей. Напомним, эти деньги были выделены из краевой казны для поддержки Септижмаша, но по назначению так и не были потрачены. Теперь предприятие должно вернуть деньги в бюджет. Расследование уголовного дела завершено. Бывший министр и его адвокат уже изучают материалы.